Плюси от этой ассоциации? Я же вам сказал, перспектива самая первая для Украины, самая первая для молоди. А какая можливость, перспектива? Можливость поехать за кордон, можливость подивитися, як так, там люди... Визы никто не отменяет. И подивитися, як люди... Звідки знаєте, що не відміняє? Хто знає? В соглашении об ассоциации не сказано о том, что отменяются визы. В якому соглашении? Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом не сказано, что для украинцев будут отменены визы. Як не сказано? Сказано. Где? Сказано. Вы не читали? Читал. Мифов на самом деле очень много. Те, кто читал соглашение об ассоциации с Евросоюзом, прекрасно знают, что, во-первых, это соглашение вообще не содержит даже перспективы членства Украины в Евросоюзе. Это не предполагается. Во-вторых, это соглашение не содержит никаких обязательств Евросоюза в части отмены виз. Большинство на Майдане уверены, что...